А теперь, как обычно, попробуем эти команды на практике. Я зайду на сервер и запущу команду tmux. Теперь я создам новую вкладку с помощью команды Ctrl-B-C. Я вижу, что внизу у меня появилась новая вкладка. В отличие от терминала, tmux отображает свои вкладки внизу. Первая вкладка имеет номер 0, вторая 1 и так далее. Если я создам еще одну вкладку, она будет иметь номер 2. Текущая вкладка всегда помечается звездочкой.